выгрузил же это. Ты слезь, мы без тебя проедем, попробуем. Да не крути ты ее там, подержи на месте. Слышишь, что? Хуйни наделал, блядь. Мы вчера чуть не разбились. Я думаю, может, надо было так точить, чтобы стенка толще была. А что случилось? Оторвать. Нет, рычаг не сломал. Палька сломалась. Ник. Завали, знаешь, как вчера? Где было? Ты знаешь, эти брат рейсинг показываешь машины супер. А что у нас трещина? Не трещина, а... там, смерть, сворачивание, скручивание. Да. На скручивание. Ну. Ну, где тонко там рвется, просто вот это получается, что, 25-й кругляк, по-моему, 45-й, хотя кто его знает, 45-й или какая-то сталь. Значит, что-то более прочное надо. И вот здесь, смотри. Ровно идет. А ну его видно, и цвет даже она как окалина отпала от кручения, ага. И вот здесь тоже, тоже такая же фигня. Тоже пошло крутить. Пошло его крутить. Что, материал не тот, блядь, попал? Да хрен его знает. Где три лоб-лоб? Там оторвалось. Там оторвалось, а здесь, видишь, у нас кручение пошло уже. В обоих сторонах. Вот. Здесь и вот здесь. Места, где палка кончается, потом пустота же идет до конца сверловки. Я вчера это все заснял, Михалыч. Ну, здорово. Так что тебе надо это, я тебе дам два файла, ты там сам смонтируешь, что надо. Ну, скину. Деньги перешлешь, не выставь. Андрюхи перешлешь на новые привода. А что, сломалось? Слушайте, а может быть, ну то, что длина отверстия большая, может быть, надо было сверху еще рубашку делать, потому что вот в этом месте... Получается, стенка-то тонкая, сколько там, миллиметра 2,5? Нет, миллиметра 4, наверное, 3. Надо было, может быть, сверху еще одну рубашку делать, вот вместе с соединением. Торсионный вал это, да? Ну, не торсионный. Какой? Просто полуося. У тебя от классики не осталось полуоси, от четверки? Да у меня же есть. Ну у тебя одна. Почему две? Две? У меня две полуоси. А еще вон на улице валяется. У меня две полуоси есть. На мусорке я видел валялось, только не знаю чего. Ну вот и все, с полуоси надо и точить. Так вот точно металл заебать. Так подожди, а с полуоси точить, а как состыковаться? Или ступенькой. Так, это сверху. Так же, шпанку надо. Нет, ступенькой делаешь. А тогда уже сверху рубашкой надо делать. Ступенькой? Да. Ну, половину вырезаешь по вдоль, и еще половину. Понял. Чтобы не поперечный шов был, а продольный. И сверху еще тогда рубашку. Сверху тогда, ну, еще одевать что-нибудь. Ну, вот тут, наверное, и надо было сверху еще рубашку. Ну, Михалыч, ну тут, ну ладно, выдержал, ну тут бы свернуло дальше и все. Тут-то свернуло из-за того, что отверстие, вот и свернуло. Во-первых, длина, это не добили его, получается, или что? Не добили, я ж по длине. Так, а зачем длина такая? Видишь, свернуло по дальше. Сколько стенка получилась? Свернуло по заклепкам, видишь? Ну. А? Всего 3 миллиметра, что ли, стенка? Ну, наверное.
Вован и полные сети рыбы уже там нахуй. Да, это я тогда Михалыч, я к с утра к Михалычу подхожу, говорю, Михалыч.